Так, поехали. Значит, для начала тематический март берем Ctrl-C, Ctrl-V. Значит, надо накидать, сколько мы обычно тут делаем? 28-30. Ну, окей, 50, значит, всяких разных терминов. Ну, с инфографикой вообще просто легко. Открываем книжку Богачева. Так, поехали. Для начала, ты можешь тоже ручками там писать? Знаешь, какой-то, помнишь, игрушечка такая была, типа, ты одно слово, я одно слово. Кто задумается 5 секунд, тот проиграл. А я сейчас, знаешь, что сделаю? Я открою подсказку. Я Так открою нечестно. твое приложение. Это честно. Блин. И Нет. погнали. Нет, это читерство. А, вот это Ладно, так давай, ты сложно. по приложению, а я буду каких-то выпендрежных У добавлять. тебя там много, знаешь, это с двумя словами, и вот это вот очень меня подрезает крылья, между прочим. Ха-ха-ха. А знаешь, что мы сделаем? Мы сейчас запишем кухню, они будут думать, что они знают все слова, которые пойдут в глазослом, а мы, когда будет март, мы подменим, изменим там какие-нибудь слова, подменим, и все обломаются. Надо, главное, не забыть это сделать. Набираете вот так вот. Word, search, тыдыщ. Тыдыщ, тыдыщ, тыдыщ. Какую хотите, такую и берите себе в качестве основы, потому что там уже ровненько распределены буковки и все ровненько стоит. Вот, потом такой заходим, например, нам нравится вот такой вот. Заходим вот сюда. Что изменить шаблон? Что изменить шаблон? Вот. Потом мы делаем так. Тыдыщ, грохнуть все. Тыдыщ, грохнуть все. Добавить туда. Наперстки у меня есть. Вот у меня будет. Китайский у меня будет Новый год. Тыдыщ. Потом такой тыдыщ. Тыдыщ. Инфогр. А. И У тебя-то сверху 3 строчки пустых оставила. У тебя чтобы коварный план. жизнь медом не казалась. Икс. Не видно, плохо видно. Давай какой-нибудь поконтрастнее. Так, принимаю заказы. Сколько букв надо? Какие буквы? Там длинные уже ничего не встает, да? Четыре, 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 пять. 4-5. Так, жуть, кайф. Пришло время. Так, а данные не влезут уже? Нет, там шесть. Жуть готова. Дата. О, нет, давай вот сюда вот дату запихаем. Тут хотя бы есть место. Дата. Сейчас мы будем разукрашивать опять. Ху-ху-ху, моя любименькая. Моя любимая часть, да? Так, все. Значит, с буковками закончили. Переходим к водным процедурам. Да зачем их опять красненьким это сделал? Фиолетовым Что фиолетовым. они все готовые, зануда. А если фиолетовенький ты сделаешь, то нет, готово как Они будто бы. кажутся не готовыми. Не поджарились Не еще. поджаренные, да. Так, ну что, значит, это у нас будет после фиолетового, ну, в смысле, после яркого, да? То После есть яркого, это да. может быть какой-нибудь зелененького у нас давно не было.
Зеленый. А может, голубенький вот какой-нибудь, вот нижний самый, который. Вот такой? Ага. Может, это там не видно ж нифига. Мы же Что-то его не видно. проб мы же его пробовали. Мы его на буковках смотрели, но в заге-то нормально. Цел. Ну ладно. Нате вам, бирюзовенький. Вот спасибочки. Блин, Могу тогда извините. не учитывая. Извините. Но вообще, вот если вот не учитывать, что некоторые буквы не читались, очень красиво. Вообще. Я такое прямо люблю. Так. Так, ну что, тогда это надо делать фиолетовым. Да. Тут без вариантов. Именно так. Никуда мы не денемся от вашего фиолетового. Ой, мне этот фиолетовый, кстати, так нравится. Он такой Вот. прям вот контрастирует с цветами, с другими, так классно. С Прям вообще. нашей жизнью он очень контрастирует. Ну, не без этого, конечно, что-то. Ну чё? Ну, все, я прям довольная. Мне кажется, мы совершенствуем наши креативные и дизайнерские навыки с каждым разом. Да. А особенно вот это вот акцент на слово «жуть» мне здесь очень нравится. Ну, это опять-таки отражение нашей жизни, что теперь вот поделать. Раз, два, три. Расположение. Он выровнялся по левому краю. Учи, музяйка, сам по себе выровнялся. Молодец. Чума! Спасибо, спасибо. А вот, собственно, вот таким вот образом и делаются эти прекрасные интерактивчики. Спасибо.